Света со мной. Сидит. Вот, мы сидим. И у нас дискотека. Короче, мы пошли в городок немножко кататься, а то пойдем обратно. Вон там вот тут наш автобус. Вон он. Вот наш автобус. Я ему его не показывала, но покажу потом. Вика! Ребят, смотрите, что у нас тут происходит, короче. Экспресс-такси. Телефончик 8-800-500, звоните. Экспресс-такси доставит вас куда вы захотите. Экспресс-такси, моя очередь. Буквально за несколько минут. Экспресс-такси, а можно спросить? Да. А почему у вас пружины, как будто из жопы растет? Потому что это экспресс-такси. У экспресс-такси все через жопу. Так, секс-такси. Вот ваш клиент сзади стоит. Клиент вообще-то хочет вообще-то порулить меня. Иди в жопу, это мой экспресс. Экспресс. Видите, какие у нас тут страсти происходят? Насилую. Да. Вау, они меня разбили. Короче, у нас тут все такое стрёмное. А я очень. Нет! Скажите, все очень травмированы. Вот, смотрите, ребят, сейчас будет, интересно. Небольшая реклама. Вот так вот экспресс-такси возит людей. Понимаете, да? А я буду сейчас водителем, люди. Вы не представляете, как тут интересно. Левая руля, моя очередь. Вот, рулить. Едем, едем. У нас впереди экспресс-такси, мы его сейчас раздавим. Нет,
Короче, здесь я как фигни полным-полным. Сейчас я вам покажу самое трэш. Ты что там? Смотрите, что у нас тут происходит. Вот, понимаете, да? Я набухала. Что делает 4 D1? На детской площадке. Лера, короче, будет сейчас... Видишь, Лера набухалась? Да, выпил я. А прикинь, если Лера поедет туда? И Виолетта, ты такая беспалевная. У Виолетты все хорошо, не волнуйтесь за нее. Ты что, снимаешь или нет? Спасите меня! Все, теперь у них у обоих происходит трэш. Виолетта, давай ты ее, я ее. Офигеть, теперь Катя. Короче, теперь мы идем туда на лазалки. Это очень весело. Это очень веселая штука на лазалке. Вот. Правда весело. Сейчас я на них пойду. Завидуйте мне. Не понимаю, чему, ну ладно. Есть такая лесенка, которую можно забраться. Тут еще одни. Мы скатываемся паровозиком. Поздоровайтесь. Как неприлично. Привет, Варя. Алина, давай залезай. Пока, Алина. Пока, Варя. Алина, залезай. Вот видите, что у нас тут происходит, короче. Привет. Привет. Пока. Привет. Да, вас поснимаю такую. Блин, все нормально. Ну ты чё, девочка? Ну давай поедем. Алина, почему ты вторая? Алина, почему ты вторая? Я тоже не понимаю. А вы же когда такая, да ладно. Полин, я снимаю твою спину. Да Полину давай. Красота. Да Полину. Хоть Лера злится. Кстати, когда Лера, это Алина, это Поля. Оля. Поля. Варя, смотри, зарегистрируй. Это Ульяна и Соня. Я сейчас тебе покажу. Две подружки, хохотушки. Хохотать не устают. Две веселые частушки. Сейчас. Она за мной побежала. Она за мной побежала. Блин! Там вот тоже опять трэш. Снимай меня, давай. Привет. А это Соня с канала Сэмвер. Это Уля. Это Мальвина. Смотрите, ребят. Я не рекламирую ногти. Здесь, значит, ты их. Я не рекламирую. Короче, меня тут достали. А? Смотри, те. Они сейчас тоже начнут снимать. Вот, смотрите, какие деловые колбасы. Эй! Деловая колбаса. Мы, короче, бежим уже в автобус. Я вам даю букву, и мы каждому участнику даете свою букву. Мы, короче, сидим в маршрутке сейчас. Все остальные на улице в конкурсе участвуют. Я не знаю, чего еще сказать, потому что, блин, я уже очень устала. Сейчас только 3 часа, в 4 часа нас забирают. Еще в 10 часов ночи я поеду с мамой на салют. И я, конечно же, вам это все покажу. А завтра еще мы пойдем. У меня будет двухдневный влог. Завтра мы пойдем с Виолеттой, с нашими друзьями Максимом Бомпановым и Савой Кошкиным пойдем гулять. И с Лерой Рябовой еще. Вот. Может быть, Вика пойдет, но это не точно. О, не вижу. Вот. Поставь припев. Меня манили ее губы. Вот так вот.
фонтаном, ребят. Здесь очень красиво. Ура, Варя, бежим быстрее на фонтан. Там очень красивый фонтан. Здесь еще можно? Там очень-очень круто. Смотрите, ребят. Вся насквозь промокла. Тут, короче, такие красивые фонтаны. Я сфоткалась, в инстаграм фотки выложу. Вы меня здесь не скинули. Чё, я хочу. Ты поднимайся, ты на шорох немножко. Опять конкурс, я в нем не участвую, не хочу, потому что. Потому что там такая толпа, вообще пипец. Вот. Поэтому я в классе сижу. Ой, в классе, в автобусе. Я сейчас не устрою небольшой рум-тур. Игроку, да, задаю задание любую позу. Это диван, мы на нем сидим. Готовы? Тебе нужно дать совсем разные все задания. Разные. Это что, Али? Внимание, поехали. Запомнила? Там заказы, все. Здесь еще диваны, там девочки сидят тоже. Вот Вика. Кто запомнил свою фигуру, рисуем. Так, вот еще одна минута. Так он маленький. Вот так увидит весь наш автобус. И Вика. Тайный день и ночь. Мы так сильны, день и ночь. Это не знаю. Раз. Десять. Ребят, модель допустим такой же лицо. Сейчас еду к бабушке. А от бабушки вечером мы еще поедем на салюты. Вот. Если будет хорошо видно, то я вам покажу их. Так, ребят, все, мы уже едем на салюты. Я одела свитшот, потому что там будет холодно. Вот. Сейчас у нас 8:37. В 11 салюту, но мы выехали пораньше, потому что вдруг там машину некуда будет ставить. Вот. Поэтому сейчас поставим где-нибудь машину и пойдем в центр. Да, мам? Нашему любимому городу спасибо.